Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надира, и вы на моем канале, который называется Dream is Dream. И сейчас мы будем делать второй прогноз на следующую неделю, на неделю с 20 по 26 марта. И посмотрим, как она проиграется в различных сферах вашей жизни. Настраивайтесь на расклад, и будем начинать. Работы, перспективы, дом, потребности, удача, желания, друзья, поддержка, любовь, секс, планы, цели и personal quest, ваши личные поиски. Очень важно. Основа ситуации. Ищите определенную стабильность. По четверке жезлов, безусловно, следующая неделя – это неделя, когда уже достигли каких-то результатов, к которым стремились достаточно длительный период времени. Это может касаться и работы, и дома, и семьи. То есть уже что-то получилось. Есть то, что можно уже праздновать. Но в то же время остались задачи и планы, которые еще и не реализовались. И фокус нужно будет свой переместить в сторону того, как же все-таки реализовать намеченное. Что же все-таки делать дальше, как быть. Да? Давайте смотреть по сферам жизни. Работа, перспективы. У вас будет определенное общение, очень много коммуникаций в плане рабочих вопросов. То есть, если вы трудоустроены, здесь может быть обсуждение предоставления каких-то курсов по обучению. Это может быть для вас, либо вы можете предоставлять такие услуги кому-то. То есть, если вы профи, специалист своего дела, могут сказать, возьми там подмастерье себе кого-нибудь, да, то есть мы берем кого-нибудь, кто только закончил институт, университет, и, пожалуйста, вот этот человек будет учиться у тебя, будет принимать опыт у тебя. Второй момент здесь может быть, что, в принципе, если речь не идет ни о каких курсах и обучении, обучение может быть как воркшоп. Собрались вместе, командой сделали brainstorming session, определили, что нужно делать дальше, какой подход будет самым successful, то есть самым благоприятным и удачным. Неделя будет достаточно активная, очень много будет общения, будете выискивать информацию, вот как research, да, исследователи вы будете на следующей неделе в какой-то степени. То есть, что нужно сделать, как сделать, с какими людьми пообщаться, с кем можно иметь дело, с кем нельзя иметь дело. То есть, для продвижения к достижению своих целей вам нужно будет общаться. Здесь много писем, переписки, телефонных звонков, запросов, ответов. То есть очень активная неделя. Далее идем. Дом потребности. В плане дел домашних, здесь вам нужно доверять своей интуиции. Именно это вы будете делать на следующей неделе. Потому что могут быть какие-то знаки, какие-то слова, сказанные когда-то, что-то, да. И вот если все это сложить вместе, то получается одна общая картина. Я не говорю, что это какой-то негатив. Это может быть просто желание прислушиваться к своей интуиции для того, чтобы понимать полноту картины. Ведь может быть, что в плане дома не все открываются полностью вам, да, кто-то хочет держать какие-то вещи при себе. И, соответственно, где-то что-то услышав, где-то что-то увидев, вы можете уже довериться своей интуиции и понять, как на самом деле обстоят дела. Но как потребность для вас, здесь в плане дел домашних, вот желание прийти, отдохнуть, почитать книжку, возможно, какой-то роман, если вы любите любовные романы, да, выпить чашечку чая, чашечку кофе, расслабиться, потому что неделя будет очень активная, и в плане ваших домашних потребностей здесь выпадает необходимость в первую очередь уделить внимание себе и отдохнуть, возможно, помедитировать. Возможно, просто какая-то релаксация. Кто-то может решить сесть на диету, очистить организм. Все эти вещи проигрываются, в принципе, неплохо. Единственное, что по данной карте здесь может быть, придется уделить внимание старшей родственнице. Это может быть мама, бабушка, тетя, то есть кто-то, кто для вас важен в вашей жизни. Это может быть и свекровь, и теща, то есть старшая родственница, которая вот важна для вас. И в плане каких-то дел домашних, каких-то домашних вопросов, нужно будет уделить внимание и ей. Опять-таки, это может быть человек, который к вам приедет в гости, потому что падает она вам в дом, да, то есть
свекровь, может быть, либо теща может приехать к вам в гости, либо, в принципе, проживать у вас на территории. И вопросы домашние, безусловно, будете как-то регулировать еще и с ней. Удачи и желания. Здесь у нас желание какого-то нового начала, какого-то нового импульса. И, безусловно, это может касаться любой сферы жизни. То есть на следующей неделе у вас будут креативные идеи. Желание что-то поменять, желание что-то улучшить, желание что-то начать с нового листа. Будет импульс энергии. И эту энергию, которая может проявляться как энтузиазм, например, как желание что-то творить, что-то делать, куда-то бежать, что-то выполнять, путешествовать, например, поехать куда-то. То есть вы будете активны очень. Единственное, что нужно будет эту энергию обуздать и пустить ее, направить ее в практическое русло. Вот. Но в плане удачи и желаний, вот новые начинания на следующей неделе, они вам принесут удачу. Для кого-то может действительно по данной карте проиграться либо поездка, либо переезд. Друзья, поддержка. Выпадает вам замечательная карта, которая говорит о том, что друзья у вас действительно настоящие друзья, и они вам могут помочь как советом, так и материально, если вам нужна будет материальная помощь на следующей неделе. Например, если вы хотите вкладываться в покупку недвижимости, опять-таки это может проигрываться по данным картам, то ваши друзья, знакомые, родственники, то есть люди, которые оказывают вам поддержку, они могут вам помочь в плане денег, да, что-то одолжить. Для кого-то здесь может проиграться, что банк даст вам кредит на покупку чего-то большого. Это может быть и дом, и машина, и что угодно. Ну, то есть деньги вам идут в руки, они идут через друзей и через поддержку. Опять-таки, это может быть и предложение какое-то, например, предложение о трудоустройстве, которое сможет повысить ваше материальное положение, да, улучшить ваше материальное положение. Это может быть новая работа, которая будет приносить вам больший доход. В любом случае, в плане материальной поддержки, друзья и знакомые вам ее на следующей неделе окажут. То есть они даже предоставят вам какие-то новые возможности для своей реализации. Поэтому прекрасно здесь. Любовь, секс. Вот в данной карте на следующей неделе вы как-то мечтаете о чем-то, о ком-то, а возможно о каких-то действиях со стороны вашего партнера, если он у вас есть. То есть предаетесь каким-то грезам, потому что такое ощущение, что действительность немножечко отличается от желаний. Для тех, кто находится в поиске, могут попасться вам различные варианты. На следующей неделе будете присматриваться и все-таки решать, кто же вам больше подходит, с кем, возможно, стоит начать отношения. Если у вас уже есть партнеры, то здесь вас может немножечко кидать то в одну, то в другую сторону, в том плане, что вы не можете определиться со своей позицией в плане этого партнера. То есть устраивает он вас, не устраивает. В каких моментах он вас устраивает, в каких моментах он вас не устраивает. Вот как-то немножечко есть какие-то грезы и какие-то, может быть, даже розовые очки в плане того, что реальное состояние дел может отличаться от того, что вы об этом всем думаете. То есть вы можете думать о человеке либо об отношениях намного лучше, чем это есть все на самом деле. В каком плане? Например, можете оправдывать себя за то, что тянете только вы, да? Вот этот момент присутствует. Далее давайте смотреть планы, цели. Разрешение каких-то сложных моментов. Здесь может быть разрешение юридических вопросов, оформление документов, договоров. У вас желание разрешить любую ситуацию на следующей неделе, пусть даже через конфликт, но получить окончательный результат. Потому что если это касается отношений, будете прояснять эту ситуацию. Будете прояснять вопросы рабочие, будете прояснять какие-то вопросы в плане дома. Потому что какая бы ни была ситуация, на следующей неделе вы будете настроены решительно. Так, да, нет, это то, решаем, определяемся. Опять-таки, в плане целей и планов здесь может быть поездка.
Очень, кстати, хорошо проигрывается здесь поездка, но может быть так, что придется собираться в эту поездку намного быстрее, чем вы думали. Возможно, не будет полной стадии планирования. Вот сорвались и помчались. Вот такого плана. Давайте я посмотрю планы, цели, чего это будет, скорее всего, у вас касаться, каких вопросов. Видите, это будут, скорее всего, рабочие вопросы. Вопросы бизнеса. Возможно, будет бизнес-командировка, в которую нужно будет быстро сорваться. Возможно, будет какой-то конфликт на работе, который нужно будет быстро разрешить для того, чтобы получить те результаты в плане работы, которые вам нужны. Давайте смотреть Personal Quest. То есть ваши поиски себя, поиски того окружения, которое вам подходит, поиски той жизни, которую вы хотите. И вам выпадает прекрасная карта, которая говорит о том, что вы знаете, чего вы хотите. Вы уже на пути к достижению своей цели. Негативный опыт здесь, по данной карте, вы уже оставили позади. Вы уже направились в более светлые какие-то моменты, более радужные моменты, более радостные моменты. И опять-таки, это в плане вас лично, вашего эмоционального состояния, вашего желания найти себя. Да, вот что вы ищете, еще счастье, вот такого плана. И здесь вы уже на пути к достижению своей цели. Безусловно, на следующей неделе не проигрывается, что вы все получите, да, все вам будет дано, но вы уже знаете, как добиться тех результатов, которые вы хотите. Здесь нужно просто делать и идти шаг за шагом к достижению своей цели. Ну что же, мои хорошие, благодарю вас за просмотр этого видео. Пишите мне, пожалуйста, как проигрывается, либо не проигрывается для вас этот расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания, до новых встреч.